Программа «Чистая вода» продолжает реализовываться в Орехово-Зуеве. Жителям нужно набраться терпения и пережить временные неудобства, которые, увы, сопровождают ход проведения работ. Сразу в четырех местах проводится замена труб водопровода, ремонт водозаборных узлов и задвижек. Подрядчик работает максимально оперативно для того, чтобы подключить систему города к ВСВ, откуда будет поступать абсолютно чистая вода. Тем не менее, прежние ВЗУ не будут консервироваться. Они останутся в горячем резерве на случай перебоев с подачей воды из восточной системы водоснабжения.